мы поздравляем тебя от всей души, и очень хочется, чтобы ты и дальше награждала всех вокруг себя хорошим своим настроем, позитивным настроением, конечно же, чтобы твои творческие порывы, связанные с твоей мастерской, по пошиву там разных красивых вещей, тоже не угасали, а еще больше, как сказать, стремились вперед. Вот, и с днем рождения, и, ну, не знаю, что еще сказать. Сейчас у тебя, наверное, много всего уже сказали. Вот, сейчас будет танец именинницы. Мужчины, не теряйтесь. Пилоте будет длинная. На всех хватит, наверное. Наш большой, не побоюсь этого слова, высокий друг, Степан Кугорный, Москва.